как художник, отвечаю за творческую составляющую нашего движения и образ нашей организации в целом. Работаем всегда на грани. Наши заявления очень радикальные, очень провокативные и, по сути, действия, но ничего. В общем, голое тело, и не хочу, чтобы она страдала. Это атомная смесь. Такой революционер, очень сильная девушка. Она четко скажет: мама, соберись, мама, не плачь. И мама воспряла духом и вперед. Конечно же, я надеюсь, что все пройдет хорошо, но впервые мне действительно страшно. Я так же осталась.